В гостях у программы «Полный вперед» на русском радио сегодня самый, что ни на есть, настоящий стилист Анжела Джафарова. Доброе утро! Доброе утро! Анжела, ну вот у нас уже практически, скажем так, началась весна, а стало быть, это время, когда большинство людей стараются что-нибудь изменить в своем образе, в своем стиле, в своем имидже. Что бы вы посоветовали слушателям русского радио? Обратить внимание на свою прическу, на свой цвет волос, на свою стрижку. Это первое, что помогает сменить кардинально, ну или даже не кардинально, а скорректировать имидж. Это первое, с чего нужно начать. Ну и потом уже постепенно переходите к одежде. Нужно понять, кто я и какие цели я преследую, что я хочу получить от смены образа. И начинать постепенно действовать, определить свой образ жизни, посмотреть в процентном соотношении, куда больше уходит времени. И из этого составить список нужных вещей, смотреть, что есть в гардеробе, если чего-то не хватает. Старое выбросить? Да, старое выбросить и что-то докупить новое. А чтобы понять, что докупить новое, нужно немножко изучить тенденции или образы своих кумиров, да. Или обратиться к стилисту. Или обратиться к стилисту, что будет быстрее и надежнее. И надежнее, да. Огромное спасибо, что нашли для нас время. Надеемся, что ваши советы пришлись по вкусу слушателям русского радио. Удачи вам и с весной вас! Спасибо большое. Вас тоже.